Всем привет-привет! Опять немножко тигров в ленту. Такие поцелуйчики родителей и деток. Так, друзья мои, осталось... Сейчас вам покажу. Скрывать ничего не буду. Вот смотрите. Значит, вот пара родителей. Вот это наш погрызунчик, но он прекрасно себя чувствует, да, и все вот у нас детки, все у нас хорошо. И вот этот мой шикарный, который все время сейчас на фото. Вот такой он прирост еще дал. Так, пара родителей, значит, у нас. И вот эти вот три у меня пока под вопросом. А вот эти... Ой, прости, мой хороший, неудобно снимать. Значит, смотрите, у меня осталось вот три старших улитенка, да? Ой, так неудобненько. Отцепись, пожалуйста. Значит, вот этот просто бомба идеальный, я его себе хотела оставлять. Но, повторюсь, у меня изменились планы. И с тиграми я все-таки прощусь. Так что, кто еще желает, вот этот без торга, без всего абсолютно. Можно в пару с родителями его приобрести. Будет очень интересно и весело, потому что он просто шикарный. Так, вот этот ребенок, он тоже, посмотрите, идеальный. Но я... Когда в очередной раз приезжали и показывали, почему я не люблю вот трогать улиток, вот, ну не люблю. Я, возможно, да невозможно, скорее всего, вот здесь его надломила, придавила. И получилась вот такая неровность. Буду дальше смотреть, наблюдать, что будет. Ну, пока вроде, слава богу, но все-таки имеет место быть. И третий, я не знаю, что произошло, на том же месте. И вот такая вот ерунда. Я сегодня увидела, чуть с ума не сошла. Вот он рос, все шикарно, все классно. И, кстати, вот на данный момент прямо камера передает, что он не черный, а именно вот такой шоколадный. А были в предыдущих видео все черные. И вот получилась вот такая ерунда. Что это? Чего это? Что? Где? Как? Вот в спешке пересаживаю, мою, все убираю. Лишнее у меня были несколько тарелок. Убираю тарелки. Что, как дальше будет с ним, не знаю. Но вот эти два ребенка, я считаю, что вот эта ерунда... Я думаю, вам это тоже понятно. Вот это проблема. Скорее всего, да, проблема. Но не факт. И вот здесь вмятина. И остается вот этот вот идеальный. Цены на него, естественно, я повторюсь, не сброшу. На этих двух, если есть предложение, пишите. Находите меня ВКонтакте. Все спрашивают, как вас найти. Ребят мои, я ВКонтакте... Смотрите, какие мы классные. Я уже в предыдущих видео сбрасывала неоднократно ссылку на свою страничку. Поэтому при желании вы, конечно, можете меня найти. В ВК я есть, как и здесь. Имя и фамилия. Никуда не прячусь, никуда не деваюсь. Вот, потому что... Здесь я не хотела показывать, но здесь просто такие вот гладкие, но непонятки они. То ли растут, то ли не растут. Тормозят, не тормозят. Вот этот тоже очень хорошенький. Вот у него была проблема, но сейчас он прекрасно наращивает. И тело тоже очень хорошее, темное. Вот он. То есть вот все, это остатки старшей группы. По всем вопросам, ребят, мне, честно говоря, хотелось бы очень быстро их
пристроить, потому что не понимаю. Я начинаю паниковать. Оказалось бы, места полно, все хорошо. Вот они такие живчики, я убралась, помылась, и вот они сразу ползать. Им нравится. Мох свежий, это то, что я говорила, замена сфагнума. У меня сейчас катастрофа просто еще с мхом. Болота сырые, и просто не набрать, и в общем, караул. Такие вот шикарные ребятки. Так что, пожалуйста, пишите, находите, предлагайте. Будем разбирать все моменты. Повторюсь, тигров родителей я тоже решила продать. Ну, так вот получается. Они стали, кстати, намного живее. Не буду не обманывать, но все может быть. Возможно, в ближайшем будущем они... Давайте-ка попробуем подглядеть. Да, вот смотрите. Там кладки. Я только хотела сказать, что, наверное, будут откладывать кладочку. Караул! Мне это не надо. Ребята, пишите, звоните. Кто знает, да, там кладка. Реально. Потому что давно они отдыхали, давно не было. Ребята, вот какие уже выросли. Так что вот, кто возьмет взрослых, еще и с кладкой будет. Или отдельно кладку бронируйте. Такое, я думаю, тоже может случиться в любой момент. Давай тебя посмотрим тоже, если получится. Открой, пожалуйста, свою дыхальце. Давай, мой хороший. Откроешь нам, нет? Наверное, не получится. Не хочешь, да? Боишься. Давай, 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 давай. Скорее всего, и там на камеру. Не видно. Но в любом случае, если да, то я, естественно, покажу все, расскажу. Вот. То есть тигрики у нас хотят стать родителями. Ну, вот видно. Вон их сколько. Целый мешочек кладочек. Видите, да? Я думаю, что прекрасно. Вот так видно. Так что давайте сообразим. Кладку убивать тигров, дарков вообще не хочется. Ну, вообще. Ой, у меня уже тут погек. Все, пора закругляться. Давай, мой хороший. Аккуратно мы тебя снимем. И ты пойдешь обратно. Все, пока-пока.